Сегодня в Яко-Уорнерске проводится установка сирен нового типа. Одна из новых сирен установлена на крыше многоэтажки в районе торгового центра «Город будущего». Также такие же электросирены были установлены на крышах многоэтажек в Сашиновском и Радченковском районах. Модернизация сирен проводится по постановлению губернатора Яко-Уорнерской области. Сегодня на Артиллерийской улице в Яко-Уорнерске построили паркинг. Паркинг был построен по инициативе Совета депутатов Яко-Уорнерска и по просьбе жильцов шестиэтажного здания в районе Артиллерийской улицы. Изначально на месте паркинга должна была быть автостоянка, но от этой идеи отказались, считая паркинг самым лучшим вариантом. Глава города Яко-Уорнерска постановил указ об обустройстве ранее отремонтированной поликлиники номер 1. Изначально внутри здания было пусто. Сейчас на данный момент обустроен только первый этаж. Обустройство поликлиники идет полным ходом.